Внушительными темпами в Черкесске с прошлого года началось строительство ясельных корпусов. Сегодня состоялось торжественное открытие одного из них. Он находится на территории детского сада номер 34 «Журавлик». Это первый шаг к тому, чтобы дать возможность мамам малышей выйти на работу, не дожидаясь, когда ребенку исполнится 3 года. Альбина Ламкова продолжит тему. Открытие ясельного корпуса на территории детского садика «Журавлик» стало радостным событием. Для малышей созданы комфортные и современные условия. На территории ясли просторные беседки, яркие качели, карусели, песочницы и прогулочные дорожки. Территория детского сада «Журавлик» составляет 13 тысяч квадратных метров. А открытие нового корпуса для малышей станет памятным событием, которое останется в истории дошкольного учреждения. Песни, танцы, чтение стихов. Программа торжества была интересна. Главными героями праздника стали дошколята. Они со всей серьезностью отнеслись ко встрече гостей и представлению своих талантов. Я люблю свой детский сад. В нем полно ребят. 1, 2, 3, 4, 5. Ясли построены в рамках национального проекта «Демография». К началу следующего года откроется еще больше ясельных корпусов, и путевку в них получат свыше 600 детей, отметил председатель правительства республики Аслан Озов. Уверен, что строители и власти города постарались на славу, добавив новые решения к типовому проекту. Сделали все возможное, чтобы наши самые маленькие горожане чувствовали себя в стенах детского сада комфортно и уютно. Вас хочу прежде всего поздравить с Днем Карачаево-Черкесской Республики и с Днем города Черкеска, которому в этом году исполняется 195 лет. И я очень рад, что сегодня этот день ознаменован вот открытием такого прекрасного ясельного корпуса. И вот торжественная передача «Золотого ключа» состоялась. Затем все гости в сопровождении дошколят направились в новое здание на экскурсию. В помещении есть все, чтобы маленьким воспитанникам обеспечить максимальный комфорт. Ясли рассчитаны на детей в возрасте от 1,5 лет. Количество предусмотренных мест – 80. Здесь есть просторные спальни, игровые, буфетная, колясочная, раздевальная. А также большой зал для музыкальных и физических упражнений на 150 квадратных метров. Очень рады, большой шанс выйти на работу, то, что немаловажно. Даже главное, наверное, чтобы дома не сидеть. А насчет садика, что хочу сказать. Воспитатели все прекрасные. У меня двое детей старших сюда ходили. Я очень довольна, живу здесь рядышком. Предварительные списки по дежурным группам уже обозначены. Их будут посещать 20 детей. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, «Вести», Карачаево-Черкесия.